25 ноября на базе Казанского федерального университета стартовал второй межрегиональный юридический форум «Бизнес и государство». Форум проводится в рамках 7-го международного научно-практического конвента студентов и аспирантов «Преемственность и фронтиры правовой доктрины и практики в современных условиях». Миссия форума – объединить практиков и теоретиков науки, юриспруденции, представителей предпринимательского сообщества, причем как среднего бизнеса, малого, так и крупного, и также представителей государственной власти для решения определенных задач, которые перед нами ставит современная повестка. В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве и Казанским университетом. Также прошло подписание соглашения между региональными отделениями Общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России, Республики Татарстан и Самарской области. Круглые столы и форумы, они, как правило, бывают и быстро проходят. А когда есть такая нормативная основа, мы все-таки юристы, и пусть это такое рамочное соглашение о сотрудничестве, но оно дает возможность нам расширить форматы взаимодействия с уполномоченным по правам предпринимателей города Москвы. Всего принимают участие около 230 представителей из разных уголков Российской Федерации. Для студентов было проведено множество мероприятий. Среди них мастер-класс «Институт про Бона» и его роль в обеспечении правовой помощи предпринимателям, круглый стол и многое другое. Цель форума – демонстрация возможностей диалога бизнеса с государством, определение задач, проблем и путей их решения. Я решила, что этот конвент является отличной возможностью для того, чтобы продемонстрировать свои знания, свои умения, умение выступать на публике и в целом выступить с докладом, который я хотела бы представить для участников и для организаторов. Форум является ежегодным, и в прошлом году он с успехом прошел на базе Саратовской государственной юридической академии. Мероприятие получило общественный резонанс, и уже в этом году его проводят в Казанском университете. Какому городу принимать эстафету в следующем году, покажет время. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.